А вот интересно, туда тоже ведет улочка. Ну, естественно, все эти маленькие улочки, переулочки, все они тщательно сохраняются, в отличие от нашей перестроенной матушки Москвы. А как жаль, что нет таких переулков у нас в Москве, в том обилии, в котором они были раньше. Я иду дальше, там справа булочная, пекарня и очень даже вкусный хлеб.